И вот, наконец, у тебя появилась печь. Ты хочешь сделать с ней прекрасное дело, ты хочешь ее открыть. Ты такой весь на радости, на позитиве, но как ее открыть? Как ее открыть? Ты не знаешь, как ее открыть. И тут происходит невероятное, происходит чудо, она открывается сама. Что же внутри? Что? А, это же медный слиток, вау.